Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Томас, и сегодня мы продолжаем выживать в игре Minecraft DayZ. Мы продолжаем выживать на хардкорном сервере под названием CraftZ, и как вы видите, наверное, если некоторые из вас видели прошлые части нашего выживания на этом сервере, то я кое-что изменил. Кое-что изменил графически, можно так сказать. Я поставил шейдеры, которые у них тут были доступны. Оказывается, у них тут два клиента. Один создан для таких более слабых компьютеров, чтобы ничего не лагало. Один создан более для таких уже продвинутых типа компьютеров, чтобы сделать игру как-то как можно более красивой. И, ну, то есть для любителей графики, можно так сказать. Для чертовых графодрочеров, блин, вроде меня. Хотя я не очень графодрочер, сейчас я убью этих долбанных зомби. Слышь, выкинь кусок мяса со своего друга, ты долбанный зомбер. Так, ребят, в общем, сегодня у меня есть кое-какие планы. Сейчас на сервере играет два чувака. С этими двумя чуваками я уже списался и сказал, что я поеду сейчас за ними. Поеду, я сказал, не просто так, потому что я... Да, кидайте в меня долбанные помидоры. Я задонатил целых 30 рублей, чтобы получить вот такой вот квадроцикл, друзья. Я просто узнал, что тут есть квадроцикл, узнал, что тут есть транспорт, и очень сильно захотел покататься на нем и проверить, что это такое, ребят. Поэтому этим мы с вами сегодня и займемся. Мы сейчас возьмем квадроцикл. Так, где он, по-моему... Нет, стоп. Вот он, квадроцикл, он у меня сейчас в руке, и я его сейчас установлю, ребят, и мы с вами поедем за нашими чуваками, за нашими друзьями. Вот он, охренеть можно. Вы только, блин, взгляните на этот квадроцикл. У него даже колеса круглые. Вы прикиньте? Черт возьми, еще и звуки есть, охренеть можно! Ребят, это просто шикарно! Серьезно, на сервере ХКС, ну блин, ну раз уж мы играем на другом сервере, да, на другом популярном сервере по Minecraft DayZ, то мы будем проводить, хоть как будем проводить какие-то аналогии и сравнения с серверами. Так, а как выйти отсюда? Наверное, на шип, да? Ребят, на сервере HKS.land, блин, квадроцикл... Да даже не квадроцикл, там вообще транспорт не такой крутой. Там его много, да, но он не такой крутой, не такой проди... Ну, то есть, посмотрите на него. Посмотрите, как разработчики заморочились для того, чтобы... Господи боже, для того, чтобы этот квадроцикл круто смотрелся. Блин, вот сейчас вот это вот очень красиво, это можно даже... Это можно, ребят, даже на какую-то, не знаю, превьюшку ставить. Вы только взгляните на это дерьмо. Господи, как же это круто выглядит. Ё-моё. Так, ладно, поехали, ребят. Я не знаю, там чувак скинул какие-то координаты. Я ему напишу. Я не умею по кордам фигачить. Вот. Давайте спросим у него. Скажи, как называется деревня или типа того? Окей, вот звуки как раз пошли. Шикарно, ребят, давайте просто погоняем пока что. И я бы еще хотел посмотреть, сколько здесь осталось бензина. Есть ли он тут вообще? Я так понимаю, этот квадрик должен быть заправлен полностью. А еще, кстати, ребят, еще одна лата. Я знаю, что я вам надоел со сравнениями с ХКСом, но, ребят, посмотрите, во-первых, тут нифига не лагает, когда ты едешь на транспорте. А во-вторых, звуки есть. Вы прикиньте, блин, звуки у квадроцикла, это же просто жесть. Даже в игре Miscreated не всегда звуки проигрываются, а здесь, ребят, все нормально, все проигрывается, все круто. Блин, слушайте, мне это очень нравится, серьезно. Хоть мой чувак и не так круто сидит, я, смотрите, без рук могу, без рук! Твою мать. Охренеть, я могу без рук гонять. Крутяк. Так, ладно, наверное, лучше нам... Снова нормально сесть. Сейчас я, ребят, спрошу у своих чуваков, которых я тут встретил на сервере. Точнее, я их даже не встречал, я просто с ними списался в чате. Я у них спрошу, где они находятся. Чувак пишет, я в выборе сейчас. Хорошо, выбор, да, значит? Так, Красностав, Хельм, Солнечный. Мне нужна деревня Выбор. Наверное, ребят, я сейчас свернусь и посмотрю, где находится деревня Выбор, чтобы потом поехать туда и встретить своих друзей. И, может быть, с ними немного полутаемся, ребят, по военным базам поездим, так как людей сейчас не очень много. Да. Так как людей сейчас не очень много, поэтому, в принципе, можно, ребят, немного покайфовать и вообще посмотреть на то, как это выглядит. И, кстати, ребят, с шейдерами игра офигенно изменилась. Вы только взгляните на это. Блин. И, кстати, ребят, могу вам посоветовать, если кто-то из вас хочет знать...
какие шейдеры я использую. Это шейдеры какие-то там самые первые, там что-то хаотик или что-то такое как-то называется. В общем, самые-самые первые шейдеры в списке, они, по-моему, самые крутые. То есть они прям самые-самые классные. И я их выбрал, вот. И буду играть, наверное, на них. Потому что, смотрите, какие отблески, прям Lens Flares. Прям все круто, ребят, все клево. Так, ладно. Давайте я сейчас сяду на квадрик, свернусь, посмотрю на карту, и мы с вами продолжим. Так, ребят. Недалеко от села Гвозна, это второй чувак пишет. Окей, я узнал, где сейчас находится первый чувак, мы сейчас поедем за ним. Он находится на другом конце карты, друзья мои. Точнее, он находится на... Ну, то есть, тут не совсем такая карта, как я уже вам говорил. Тут не совсем такая карта, как, например, в DayZ или на том же самом сервере ХКС. Тут она не такая большая. И поэтому, как бы, ну, в общем, она немного видоизмененная. Вот, и мы сейчас поедем в другой конец этой карты. Нам не очень долго придется ехать. Но нам еще придется, ребят, через огромный мост переезжать. То есть вы помните этот мост из второй, по-моему, серии, когда я за чуваком гнался, вы помните? Вот, нам именно на этот мост и нужно, ребят. Так, может мне пойти на торг-зону, он пишет. Иди к какой-нибудь военной базе. К самой большой. Я за Голливудом. Так, все, я ему написал, что я еду за Голливудом, потому что, ну, просто мне легче, наверное, его сначала найти, потому что чисто нужно будет по дороге ехать, и все. Вот. И, в общем, ребят, давайте встретимся, когда будет что-нибудь интересное происходить. Хотя здесь, наверное, все интересно, особенно потому, что мы сейчас едем на чертовом квадрике, ребят, на чертовом квадроцикле, и посмотрите, какая красотища вокруг. Это просто офигенно круто, ребят. Это просто офигенно. Я даже на F1 нажму, чтобы все убрать, чтобы видеть четко, что происходит. Господи, это мега классно, ребята, это супер классно. Блин, как же классно ехать на этом долбанном квадрике, блин. Ребят, серьезно, я просто... Да, я сейчас еду и офигеваю от крутости. Это, блин, это шикарно. Это просто шикарно. Так, сейчас мы посмотрим, где мы. По-моему, это Электрозаводск или вроде того, да? Или это... О, это Солнечный, ребят. Ну, нам еще довольно-таки... Довольно-таки неплохо ехать по расстоянию. Ой, так тихо, спокойно, ё-моё. Чуть не врезался. А врезаться здесь, на квадроцикле, это мега не круто. Так, все, мы Солнечный проехали, окей. Едем за Голливудом. Мы все еще едем, и... Знаете, я говорил вам, что мы будем включаться тогда, когда будет что-нибудь интересное происходить. Но, блин, я просто не мог не показать вам все вот эти вот виды. Посмотрите на это. Блин, как же это красиво. Ну серьезно, это супер красиво. И, кстати, я не знаю, что будет, если я буду, ну, то есть, с горки съезжать или заезжать на горку, не сломаются ли у меня колеса? Не только ли нам по дороге надо ездить? Не, это большой вопрос. Так, а вот это уже похоже на Электрозаводск. Да, именно за Электрозаводском у нас будет огромный мост. Мне сейчас нужно просто ехать по этой дороге. Давайте я запись не буду выключать, чтобы вы посмотрели на город Электрозаводск, как он тут сделан, как он тут проработан. Так. Окей, я думаю, что мне просто по дороге надо ехать. Я надеюсь, что мне нужно ехать просто по дороге, друзья. Так, вот сейчас будет поворот. Да, сейчас будет поворот налево. Все, и по этому повороту мне прям напрямик нужно ехать. Окей, вот так вот. Давайте попробуем. О, есть, есть. Заезжает он на блоке, отлично. Это, ребят, шикарно просто. Просто шикарно. О, да. Крутяк. Сейчас, кстати, из-за того, что не так много народу играет на сервере, блин, это будет круто, потому что, ну, можно будет залутаться. Нормально, ребят, залутаться. Чтобы не бегать, каждую серию не бомжевать. Я лучше сейчас залутаюсь, пока никого нет, пока есть возможность. И продолжим с вами выживать, но уже залутанным. Да, будет круто, я думаю. Продолжаем, ребят, наш путь. Продолжаем.
аккуратно. Окей. Ах, блин. Через какой путь, а? Вот какой путь нам нужно преодолеть, чтобы добраться до нашего друга? Черт. Далеко же он засел, блин. Он, говорит, еще не разбирается в этой карте, то есть он, ну, вообще практически не разбирается. Если я ни в чем не разбираюсь, то он вообще, ребят, ни в чем не разбирается, поэтому, ну, я так понял. Хотя он знает, как в личные сообщения писать, это уже что-то. Я и то до сих пор не знаю. Итак, вот он, первый мост. Так, черт, как опасно по мосту-то ехать, а? Блин. Окей. Есть, с горем пополам проехали. Но там есть еще один мост, который прям раза в три, наверное. Вот он нашел мост, отлично. Он сейчас пойдет к нам навстречу. Он раза в три, наверное, больше, ребят, поэтому по нему я бы еще опаснее ехал. Напишу ему: перебегай. Перебегай. И меня все еще мучают сомнения по поводу того, насколько тут полный бензобак. Ну и вообще, я больше чем уверен, что он полный, но насколько его хватит? Так, это там что такое? Там будто какой-то город в деревьях. А, точно, я вспомнил, тут же где-то есть лагерь какой-то. Там еще, помните, чувак с гитарой сидит. Точняк. Так, ну все, мы уже близко к этому мосту. Вы его скоро увидите, ребят, вместе со мной. Пока что продолжаем ехать. Так. А вот и мост, ребята. Вот он прорисовывается уже. И где-то здесь наш друг должен нас ждать. Вроде как. Он говорит, где вышка или наоборот? Он не у того моста! Сейчас я ему напишу. Какая вышка, чувак? Блин. Черт. Что такое? Окей. Да, ребят, видимо, он вообще у другого моста, то есть он даже не тут. Что там такое красное? А, это... Это корабль! Охренеть можно. Можно будет туда, ребят, сгонять, но это наш чувак нас ждет вообще у другого моста. Сейчас мы туда поедем, ребят, но, наверное, я включу запись уже, когда мы туда приедем, да? Наверное, да. Но корабль, посмотрите на него, охренеть можно. Это крутой корабль, друзья. Так, тихо, спокойно. Так, ребят, оказывается, Голливуд немного перепутал мосты, и, в общем, это мост, который ведет от одного островка к другому, на котором находится самая огромная военная база. Вот она вышка, он ее имел в виду, и вот она... нет, подождите, да, тут только одна вышка, вот она. И, в общем, Голливуд перебежал уже на другую сторону. Поэтому мы едем за ним, мазафака. Так, это зомби, это плохо, понятненько? Понятненько. Вот они вещи, видите, это, видимо, все Голливуд выкидывал. Так, эта военная база находится где-то здесь. Мы на ней с вами тоже уже бывали. Но ничего нам там не перепало, потому что нас убил какой-то урод, помните? Так, вот она, военная база, вот он, вход в нее. Кстати, можно было бы, наверное, заехать. Давайте я сюда заеду сейчас. Так, спокойно, аккуратно. Черт, меня же учили водить. Не врезайся, Томас, не врезайся. Тебя учили водить, у тебя есть долбанные права. Ты должен спокойно заехать в гребаном Майнкрафте, в гребаную военную базу. Так, ребят, где-то здесь сейчас должны прорисовываться ангары. По-моему, где-то на этой стороне. Ёптвы, смотрите, мы на взлетной полосе, какая она офигенная. Но, к сожалению, ребят, прорисовка, видите, у меня не такая уж большая, потому что иначе у меня все бы зависало, и тогда вам было бы не круто, не интересно смотреть. Вот здесь вот где-то находится сейчас наш Голливуд, которого мы ищем. Где-то здесь.
Он должен находиться. Возможно, здесь. Голливуд? Возможно, у того ангара, который слева. Ну, то есть там, где огромный грузовик, типа, стоит. Голливуд? Так, окей, Голливуда здесь нет. Где ты, Голливуд? Сейчас ездим к тому еще, к тем гаражам. Ну, то есть к тому гаражу и к этой палатке. Ты где? Я тебя не вижу, Голливуд. Он говорит, стой, возможно... А, вот он. Эй, здорово, чувак! Здорово. Запрыгивай. Врубай фонарь и запрыгивай. Ты слышишь меня? Ты меня слышишь, Голливуд? Все, окей, где твой микрофон? На букву В на клавиатуре. Как и в других играх. А, все, все, теперь слышу. Теперь слышу, только очень тихо. Окей, наш друг Голливуд, ребят, мы его встретили наконец. Давайте похлопаем Томасу. А я не знаю даже, чувак, честно не знаю. Ты попробуй его в системе у себя громче сделать или вроде того. Хорошо, хорошо, давай. Давай, давай. Так, ладно, он сейчас настроит микрофон свой. Мы с вами пока что можем тут побегать, хотя я не хочу квадрик надолго оставлять, потому что, возможно, у меня его нафиг украдут. Окей, давайте пока поездим, посмотрим, что тут есть вокруг. Это пожарка. Ясно, тут очень много зомби. Очень много зомби. Было убито. Или я не знаю, или это типа просто трупаки. Вон, смотрите, там сундуков куча. Точно, здесь очень долго никого не было, поэтому мы сейчас будем это все лутать, ребят. И этот лут достанется нам, черт возьми. Хотя там еще какой-то чувак зашел, Дезл Вар. Как бы он сейчас нам не помешал. Это будет мега не круто. Просто мега. Так, ну-ка, что там Голливуд? Ну что там Голливуд? Сейчас стало громче слышно? Да вроде нет, да ладно, забей тогда. Поехали. Ну а чё? Как садиться? Садиться на правую кнопку мышки, но подожди, я первый сяду, чтобы за руль. И поедем, поедем полутаемся, наверное, вон в тех зданиях. Я там сундуки видел. Мне нужен крутой лут. Думаю, тебе тоже не помешает. Наверное. Поехали. Сел? Да. Охренеть. Как же круто он сел, смотрите. Он просто мега сел. Он просто жестко сел. Так, давай вот тут полутаемся. Только, блин, я очень боюсь квадрик оставлять. Что делать? Да нет, не сопрет, может он исчезнет или еще какая-нибудь фигня. Ну ладно, пойдем. Рискнем. Так, я надеюсь, квадрик не исчезнет или и ничего подобного не будет. Так, окей, тут ничего нет. А вон он, сундуки открыл. Че, есть там что-нибудь? Если есть какая-то одежда ненужная, то давай ее мне. Вот еще что-то. Там фига. Водка есть, нужна водка. Не, водка не нужна. Так, активированный уголь. Веревка, веревки нужны. Веревки нужны, кстати, да. Мы можем рюкзак потом сделать. Так. Что тут? О, черт. Какая-то тюрьма.
Ё-моё. Только посмотрите, как свет падает. Это как круто, ё-моё. Это вообще жесть. А квадрик все еще стоит. Это круто. Квадрик стоит. Я пойду в диспетчерскую сбегаю, ладно, на другой стороне. Если чё, садись, квадрик. Окей. Сейчас еще один чувак должен подбежать. Вон он в чат, видите, пишет. Неугомонный чувак. Пишет в чат, вот. И... Так. Нужно вообще, по идее, ему сказать, где мы находимся. Что? Он что-то зовет. Томас, Томас. Я такой, чё? Он вроде что-то про Морфий спрашивал. Нету, откуда? Морфия у меня, к сожалению, нет. Мы же ни в какие эти... Не зах... О, красная разница, круто. Круто. Так, мы же ни в какие больницы с вами не заходили никуда. Противогаз! Ух ты! И боевые ботинки. Боевые ботинки и противогаз. Так, давайте попробуем противогаз одеть. Я... Вот, смотрите, охренеть! Просто как он выглядит круто! Черт возьми! Ну-ка, подождите, на F5. Ё-моё! Это просто офигенно клево, друзья! Это офигенно круто! Так, главное квадрик. Главное квадрик. Вот он бегает, лутается, а за квадриком не следит. Ну, я, в принципе, тоже. Так, хорошо, давайте сверху посмотрим, что-нибудь есть там. Нет, сверху ничего нету. Сверху ничего нет. Ладно, все, уходим тогда отсюда. В принципе, я взял... ну, у меня вообще есть бита. А как вы помните из прошлых серий, ребят, то бита здесь это чуть ли не самое главное, не самое мощное оружие в мире. В мире этого Майнкрафта. Поэтому, в принципе... Да. Бита — это круто. Так, сейчас он что-то пишет, да. А он спрашивал, на квадрике мы или нет. Я на квадрике. Я на квадрике. Так, остановим квадрик здесь. Так, не лагай, плес. Не лагай, дружище. Получай. Можешь подвести к казармам? Окей. Голливуд, у тебя нет морфия? Я сам, блядь, недавно сломал, ходил еле-еле. Окей, окей. Так, ладно, морфия нету. Казармы, да? А где? А где они? Окей. Видал, что нашел? Посмотри на лицо. А, маску? Угу, противогаз. Офигеть, даже не думал, что тут противогазы есть. Ты еще на аэропорте... Специальный слот под ней. Да-да-да-да-да, я уже увидел. Так, у него в руках топор. Ясно. Так. Это... Поехали тогда к казармам. Пофиг на эти здания. Только я не знаю, где они. По-моему, вон там вот какие-то палатки были. Может, это и есть казарма? Казарма. Он попросил нас к казармам поехать, но я не знаю, ребят, где это. Там все еще зомби гоняют. Вот, это здесь. Ты здесь лутался слева? А, окей. А, на той стороне какие-то здания есть, вот. Наверное, в этих зданиях есть много всего. Давай тогда я тебя тут скину, подберу его, привезу его сюда и вместе будем бегать, окей? Давай, давай, ты тогда тут лутайся пока. Окей, отлично, скинули нашего друга. Сейчас поедем за другим чуваком, он около большого самолета. Ой, нога у него прошла, шикарно. В общем, ребят, пока что, наверное, давайте с вами попрощаемся и до следующей серии, до следующего видео. Я думаю, наши приключения с нашими друзьями только начинаются. Посмотрим, как далеко это зайдет, и посмотрим,
что мы... какие приключения мы найдем себе на задницу. Все это будет в следующих сериях, друзья. Спасибо еще раз за просмотр. С вами был Томас. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если оно вам понравилось, ставьте лайк и прокомментируйте его как-нибудь, скидывайте его друзьям. И да, надеюсь, вам понравился мой мега-крутой квадрик. И моя чертова маска. Смотрите, как это круто смотрится. Это просто офигенно смотрится, друзья. Просто офигенно. Так, не-не-не, вот так вот сделаем. Как-нибудь давайте зафоткаемся. Ну-ка. Запечатлите момент, ребят. Оу, да. Оу, е. Такие дела, ребят. Ладно, в общем, я надеюсь, вам понравилось. И давайте, ребят, продолжим в следующем видео, потому что эта серия уже затянулась, и она очень долго идет. Вот, поэтому такие вот дела. В общем, давайте, ребят, с вами был Томас. Увидимся с вами в следующем видео. До следующих видео. До следующих видео.